Игромания представляет. Это видео снято на широкоформатном мониторе LG серии Ultra Wide. Когда-то я думал, что смогу спасти мир. Что с ним теперь? Совершен очередной теракт. Аугментированный пассажир ворвался в кабину авиалайнера компании «Чисто» и захватил самолет. В результате крушения погиб 251 человек, включая членов экипажа. Расшифровка бортовых самописцев показывает, что виновник трагедии мог страдать от галлюцинации после инцидента, ужасного события двухгодичной давности, когда аугментированные по всему миру впали в необъяснимую ярость, что привело к наибольшему числу жертв в новейшей истории. Иногда лучше забыть обо всем и смириться с тем, кто ты есть. Не вздумай только слететь с катушек, железяка. Если излечу, Макриди, то ты даже испугаться не успеешь. Агент Дженсен, у меня будут из-за тебя неприятности? Нет, сэр. Нет причин опасаться. Хорошо. Ты единственный аугментированный агент в команде, и я надеюсь, что ты нам пригодишься. Теперь слушайте все. Надвигается песчаная буря, времени мало, ошибаться нам нельзя. Мы ищем торговца оружием по фамилии Шепард. Он бывший сотрудник Белтауэр, один из офицеров спецназа, пропавших во время инцидента. А сейчас вдруг появился? Это не к добру. Точно так. Он продает оружие и военные аугментации террористам. Арун Синг, агент под прикрытием, который сумел выманить Шепарда из его норы. Лучший агент, что есть у Интерпола. Он 3 года работал, чтобы стать своим среди джин. Иракские контрабандисты, чей картель опутал все восточное полушарие. На прошлой неделе наш торговец оружием предложил джинам прорву товара с черного рынка по смехотворно низкой цене. Они послали Синха организовать сделку. Они не обрадуются, когда в кости нагрянет Интерпол. У Синха правда хорошее прикрытие? Сейчас да. Постараемся, чтобы так и осталось. Обмен будет проходить здесь, в недостроенной многоэтажной гостинице. Она пустует с самого инцидента. Картина внутри весьма неприглядная. Сейчас угадаю. Рабочие были аугментированы для тяжелых строительных работ. Когда же они взбесились во время инцидента? Началась настоящая кровавая баня. И с тех пор внутри не бывал никто, кроме нескольких бездомных торчков. И каков план, директор? Синг встречается с Шепардом на нижнем этаже в главном атриуме гостиницы. Большую часть джинов он отправил в пентхаус, чтобы занять выгодные позиции. Группа Макриди зайдет сверху, расположится над атриумом и произведет арест. Дженсен отправляется на крышу. Какое задание? Не пустить джинов к общему веселью. Насколько нам известно, единственный путь из пентхауса в атриум – относительно целая шахта лифта. Она здесь. Полностью блокировать доступ. Хорошо. Готов начинать. Агенту Дженсену я бы посоветовал не полагаться только на свои аугментации. Будьте осторожны. Здесь работает агент под прикрытием. Ему будет проще сохранить свою легенду, если он окажется не единственным выжившим. Именно так. Ага. Потому что если с ним что-то случится, говорить с его женой будешь ты после того, как из больницы выйдешь. Что касается дальности, там много как открытых пространств с высокими потолками, так и тесных помещений и коридоров. Многое зависит от удачи. Предпочитаю бить наверняка. Дайте мне оружие ближнего боя. Все будет.
И последнее, Дженсен. Синг сказал, что джинны для связи используют что-то вроде переносного усилителя. Если ты его отключишь, ему будет проще сохранить свою легенду. Постараюсь это сделать. Но разве нам хватит времени? Вы сказали, что приближается песчаная буря. Это так? Да, так. И узнали мы об этой сделке в последнюю минуту. Приходится поторапливаться. Если придется выбирать, то основная задача не пустить джиннов в атриум. Понял. Пора заканчивать со сладкими грезами, друзья. Приближаемся к нужному зданию. Ты первый, Дженсен. Вперед! Опергруппа «Актив». На связи «Большой нож». Идите тихо и снижайтесь до 4 километров. Дженсен, начальнику группы. Я на крыше. Понял. Заходи в здание. Нужно блокировать проход в дальней части пентхауса. Помни, что попасть туда напрямик может быть сложнее всего. Так точно. Макриди сообщит, когда его группа будет готова. Конец связи. Мы проходим. Ах, черт! Что такое? У них тут несколько генераторов запущено. Придется взламывать панели. Ты справишься, Макриди. Все не сложнее детской мозаики. Красный — это фу, бяка. Да пошел ты! Чёртовы бездомные. Надеюсь, это был последний. Мы не хотим, чтобы другие участвовали в этой операции.
قبل ما يصل تاجر الأسلحة. يا الشرف سو بروير على всякий случай. علمني إذا أي شيء بين. أنا ما بحبش هذا المكان لأنه بخوف. Дженсен, Мак, внимание! На Доплере видно, что надвигается буря. Она будет сильной и здорово нас потреплет. Ненавижу ебаную пустыню. Бурю видно уже? Да. Время работает против нас. Понял. Вас понял. Как быть? Я усилитель сигнала установить. عشان المخزن من المخازن اللي موجوده على السطح عشان تكون بعيده من الرمل. Хорошо. Уж очень много зависит от этого. Нельзя, чтобы нас подстрелили на момент связи. يلا نبتدي نتحرك. Как продвигаешься, Макриди? Медленнее, чем хотелось бы. Тут словно погром на кладбище был. Не понял. Когда в 27-м случилась эта хрень, народ ломился к лестницам, похоже. Тут повсюду горы трупов. И твоих дружбанов хватает, Дженсен. Тебе, может, запчастей принести каких-нибудь? Мне со сливками. Двойную порцию сахара, раз уж вы спросили. Шайф, Хага. Нет, тут ничего нет. Песок. شكلنا كده جينا بدري مش شايف اي حاجه. Дженсен, ты где сейчас? Пробираюсь через пентхаусы. Не забывай проверять, нет ли там усилителя связи джиннов. Если сможешь, отключи его. Так точно. بسرعة شوية لو الريحة هاجت علينا هنموت. حاجة عندك؟ لا يا ريت نخلص من الحوار ده بدري بدري كده. الجو ابتدى يحرر قوي. Thank you.
Так, слушайте все. Чан взломал радиосигнал Джина. Сейчас проверяет патч. Очень скоро мы услышим Сингха. Халил, الراجل اللي هيبقى علينا الحاجات جاية كمان شوية. روح قول لبقية الناس ان انا هعصلكم. وخليكم يعني منتظرين. Есть контакт. Принято. Я нас снова подключу, когда начнется сделка. Усилитель сигнала работает. Отлично, а то я их тут еле слышал. Так, смотрим внимательно. Попробую что-нибудь найти. Миллер, я отключил усилитель джиннов. Теперь им будет сложнее что-то услышать или передать. Отлично. Если повезет, легенда Сингха не пострадает, когда все закончится. Понял. Теперь направляюсь к основной цели. Да тут дышать нечем. ما فيش حاجة دايما ما فيش حاجة кто-то тут не визуального так. Контакта нет, едва слышим что-то. Эй, так и Сафинда тебе на куле вкусен агент. هو بيسحب في فتحات التهوية. انت كويس؟ تمام؟ Дженсен, мы в атриуме. Занимаем позиции на террасах. Ты где находишься? Еще иду. Ну так шевелись. Вражеский борт на подходе, и скоро придет песчаная буря. Ты усилитель связи отключил? Да, вывел из строя. У железного дровосека есть сердце. Молодец. Думаешь о команде. Конец связи. Говорит Дженсен. Путь к пентхаусу перекрыт. Джинны нам не помешают. Прием. Понял. Давно пора. Вражеский борт на подходе. Так, ударные группы. Занять позиции. Удар один. На месте. Удар два. Все готово. Удар три. Готовы. Удар четыре на позиции. Ждем. Всем приготовиться. Да, конечно же, Полис. Закрой рот, Холидей. Заткнитесь оба. Удар пять на месте. Всем внимание. Синг видит Шепарда. Сейчас подключу. Цель в зоне действия. Не забывай, там Синг. Стрелять осторожно. А ты смелый, Синг. Затевать сделку прямо перед бурей. Матери природе, я не командир, мистер. Зови меня, Шепард. А, был такой капитан. Это оружие? Аугментация. Их сейчас найти все труднее. Оружие пока в вертолете. Покажи мне деньги и мы... Какого? Ах!
У нас тут гости. Шепард мертв. Что? Но кто? Что там происходит? Миллер, это не джинны. Повторяю, это не джинны. За оружием пришли. Огонь! Открыть огонь! Открыть огонь! Вали! Открытие! Они к вертолету идут. Стрелять можешь? Нет, нет! Мы под сильным обстрелом! Вертолет не должен взлететь, Джансен! Понял. Это плохо! Они совсем близко! Надо спасти Сингха! Джансен, мне с ним не связаться! Джансен, буря, возможно, выиграла нам время, но тебе надо нейтрализовать вертолет. Принято. Миллер, вертолет обездвижен, повторяю. Джансен! Да не за что, апнутый. Это видео снято на широкоформатном мониторе LG серии Ultra Wide.